Здравствуйте, я житель города Донского, Тульской области, по улице Новой. Я хочу узнать насчет отопления. В подъездах у нас нету батарей, а платим кругломесячно по 262 рубля. Мы хотели бы узнать, куда уходят эти деньги и за что мы это платим. Отопления у нас нету в подъездах, и за что мы платим, вот это вот неизвестно. Или поставьте батарею, или исключите из графы отопление по общедомовому имуществу. Подъезд у нас в крайне худшем состоянии. Стены все обваливаются. Траву не косят вообще. А дорожки нету у нас еще. Есть тропинка, по которой мы ходим. И потом, когда дождик проходит, в подъезде лужи, не знам какие. Прыгаем через нее. У нас старые люди есть, которые прыгают через эту лужу. Дому уже 80 лет. Сколько мест, столько и дому. И за 80 лет ни разу ремонта не было. Один раз был капитальный ремонт, это было в 18 году, кажется, в 18. И то поляпали, этот ремонт был в ноябре или в декабре. Вот так, звездкой. Мелом или звездкой, там не знаю, чем они это ляпали. Вот. И так, там течет, тут течет. И звоню без конца. Звоню и этому Ебутову, и звонила какому-то Кукушкину у нас, тут начальник ЖКО в Донском. У меня письмо от него есть. Вот, все письма, такая пачка собрала писем. Залезьте туда и посмотрите, откуда течет. Нащупайте, что это место. Потому что дождь пройдет, и она скапливается все. А потом кап-кап-кап-кап. И вот кап-кап. Вот. А потом это самое. А сейчас какая-то приходила, Людмила Ивановна. Вот. Она, дождик прошел. Дождь прошел. Она говорит, пришла, прибежала. Лестницу давай, дала лестницу ей. Она полезла по лестнице, залезла, пощупала. Все нормально, сухо. Я пришла бы еще через месяц бы. Тут, конечно, бы все высохло. Тут же не улица, а коридор, он отапливается. Поэтому все высохло. А ты приди, когда дождик, вот разводы, вот такие разводы бывают. Тебе вот на голову будет капать, тебе хорошо будет.